Давай его быстрее начинать. Давай. Давай. Давай, 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 начинаем. Итак, здравствуй. Ночик. Здравствуй. Ночик. Здравствуй. У меня есть ночки. Это? Ночки, ночки, ночки. А где твои быстрые ножки? Покажи, как быстро, 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 быстро бегают по дорожке. Быстро, быстро, Ну, быстро, 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 быстро бегают. Вот такие быстрые, 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 быстрые. И мы уже так быстро готовы туки-тук стучать, Аряша. Готовы туки-тук стучать? Да, давай, садись на пол, так, разворачивай. Буди дощечку, скажи, просыпайся, дощечка. Хватит спать. Анжелика и Оля и Вероша будут туки-тук стучать. И песенку любимую будем дружно-дружно напевать. И дощечку скажи, просыпайся, хватит спать. Мы хотим туки-тук стучать. Давай, Аряшка. Туки-ток бьет кулак. Меняем ручку левая. Бьет кулак, как молоток. А с кем же мы еще не поздоровались, Аряша? С кем мы не поздоровались? Скажи, с кем? С улиткой мы не поздоровались. Давай мы сейчас с тобой с улиткой поздороваемся. Ручки на пояс, ножички, пружиночки. Красивая Аряша танцует. Ножки, пружинки, Аряш. Наклон. Встань дальше немножечко. Куда ты идешь? Зачем на спине ты свой домик несешь? Привет, муравьишка. Кто там у тебя? Ну, расскажи, кто? Это лось или олень? Олень. Олень? Это северный олень? Олень. Ага. Это тот, который на Северном полюсе живет? Как у тебя со снегом? Есть снег? Растаял, да? Растаял. Растаял. Непорядок. Зима, Новый год. Мы так любим, когда на Новый год снег лежит. А у вас есть тот, который у вас есть. Вы берете тот, который есть у вас. И нас сносите много-много клея. Вот так, смотри, везде. Вот где бы ты хотел, чтобы был снежок, мы наносим клей. Хочет на черном фоне. Отлично, пусть будет на черном. Хорошо. Мы так вместе, мы дружные, правда? Ага. Еще везде, добавить. Везде, много-много-много снега. По всему листику. И они будут вот так кисточкой плавать по всему листику. Плавать. Да, отлично. Нянечка, ты тоже можешь плавать. Вот так, отлично. Много-много клея. Максюнечка, много-много. Вот как белая метель заметает все, так и ты, пожалуйста, много клея. Ксюша, смотри, когда я нанесла клей, что нужно делать дальше? Я беру белый снежок. Снежок белый беру. И все-все посыпаю. Хорошо, хорошо, видишь? Пальчиками. Бери все, посыпай, посыпай на клей. Вот так я старательно все делаю. Ну, не знаю, сейчас я еще скажу, клей берите. Так, ого, какая у тебя целая гора снега. А вот так ладошками, Максюша, ладошками. Ой, какой молодец. Давай, 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 везде, везде. Ой, так хорошо. Хорошо насыпал. Так, где там мы насыпали уже, да? Да. Давай теперь, где есть клей, посыпаем все снегом. Надо вытирать за каждым разом. А потом помоем ручки.
очередь, я дурочка, бери. Много, много. Давай, мы сейчас с тобой отправляемся на Северный полюс, где много-много снега, где холодно. Да. А покажи, как ты будешь шагать. Вставай со стульчика и покажи, как твои большие ноги идут по дороге. Топ, 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 топ. А маленькие ножки Ася побежали по дорожке. Не северный ли это олень, Ася? Возможно, мы уже с тобой на Северный полюс пришли. Здорово, мальчик. Капитан Краб! Приглашаю вас на снежную зарядку, оказывается. И капитан Краб вместе с нами попал на Северный полюс. Смотри, какой писец. Давай, головою вертит молодой писец. Вот кто так сумеет. Супер! Молодец! Молодец! Плечики! Какой цвет выбираешь? Синий! Отлично! Асенька, давай хорошо. Ой, умничка, как у тебя получается великолепно. Давай, может, сюда? Так, и фиолетовый. Вау! Топаем, топаем, Асенька. Топ, 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 топ. Где на снежке и еще на снежок не ступали твои ножки? Вот так. Получается, давай мы туда еще блесточек посыпем. Будем сыпать? Ух ты, как красиво смотрится. Вау, давай, давай. Вот зелененькие можно. Давай, давай, давай. Умничка моя. Ой, как красиво, смотри, ты разукрашиваешь снежок. Кто живет? Дед Мороз. Дед Мороз, конечно. Дед. Кто там?
О, а вот и гости прибыли. Здравствуйте. Да. Здравствуй, Дедушка Мороз. Дорогие, добро пожаловать. Спасибо. Наконец-то я вас дождался. Знал, а мы что тебя. Вы придете. Ничуть не сомневался. Ну, чата, а знаете ли вы, какой нынче праздник? Арьяша, какой праздник? Ты знаешь, какой праздник наступает? Какой? Новый год. Новый год. Конечно, Новый год. Самый веселый и волшебный праздник в году. И только с вами я его проведу. Ой! Ой! Что это происходит? Что это происходит? Кто это там грохочет? Кто грохочет? Да это же мой помощник. Часы, видать, сломать не хочет. Ремонтирую. А, ремонтирует? Прохвост. И сюда засунул нос. Куцый хвост, большие уши, всю морковку в доме скушал. Кто это, Аряша? Куцый хвост, длинные уши и морковку в доме скушал. Это кто такой? Ну, давай подумаем. Смотри, такой маленький хвостик. Такие длинные уши. Это у кого? Я не знаю. Ну, подумай, кто любит морковку кушать? Зайчики. Кто? Точно? Сунишка. О, получилось. Я зайчишка. Это зайчишка. Ты знаешь, Аряша, что зайчишка будет помогать в новом году не только Дедушке Морозу, а всем-всем-всем людям на планете Земля. Это символ приходящего года, год зайчика, год кролика и кошечки. Ты лучше скажи, какой год мы встречаем. А что, не знаешь? Знаю. Сейчас надо подсчитать. Ой, Аряша, надо подсчитать. Давай зайке помогать, давай. Подсчитать. А ну давай. Давай пальчики показывай. Пальчики показывай. Давай загибать. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь рисуй кружочек на ладошке. На ладошке рисуй кружочек. Сама вот так пальчиком. Будем зайке помогать. Будем мы его учить считать. А теперь раскрывай пальчик только. Один. Ну так его потрогай. Один пальчик. Не, Аряшка, смотри, как Оля показывает. Один. Молодец. Это вторую ручку будем разминать. Зайку будем обучать считать. Давай. Один. Один. Только ты считай. Один. Дальше. Два. Ну, что ты шепчешь? Четыре. Пять. Давай второй ручкой. Пять. А теперь две ручки, это будет десять. Пять, это будет десять. Это значит, что мы прекрасно считаем. И, конечно же, мы знаем, что наступает новый 2023 год. Вот у ворот 2023 год. Да, смотри, дедушка, мы посчитали. Шел он без всяких невзгод, встретить его нужно старательно. Ага, видишь, Аряша, чтобы легко и хорошо прошел наш 23-й год, надо весело его встречать, праздник будем отмечать. Веселиться, гулять обязательно. И начнем мы это прямо сегодня. Так. А что это у нас птичка из чего-то? Дед Мороз, а не видно? Анна, попробуем позвать его вместе. Да, да не просто позвать. Мы тут с Арианой предлагаем ему угостить то, что он любит кушать. Аряша, что любит кушать птичка? Как ты думаешь?
Что птичка кушает? Птички что кушают? Как не знаешь? Червячков. Червячков? Червячков. Прекрасный ответ. Так, червячков. Ряша. Пластилинчик разминаем, с пластилинчиком играем, пальчиками мнем, 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 мнем. Мнем. Там вперед-назад, вперед-назад, колбаску я катаю. И пальчики свои умело разминаю. Да, давай теперь, смотри, и правой ручкой катаем вот так по пластилинчику. Давай, и правой. Хорошо, 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 хорошо. Червячок. Ты раскатываешь, какой длинный был червячок. Большой. Так это большой. Какой червячок? Давай еще, еще, я ж двумя ручками катала. И правой, теперь давай и левой. Хорошо, хорошо. Давай и левой, левой, левой тоже. Хорошо, 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 хорошо. Прекрасно. И морковочка для зайки. Так, ты готовила? Давай теперь позовем Снегирь. А ну, кричи громко. Снегирь! Я для этого. Утравай. Снегирь! Девчата, помогите. Да, давай помогать. Погромче. Зайчику, да, на морковку зайчику. Снегирь! Да снегирю надо, а ты зайчику морковку даешь. Так. Положи пока морковку. Положи. Сначала... Разбужу. Давай, тук-тук-тук-тук-тук. И для зайки, и для снегиря, и для дедушки тоже приготовили песенку, правда, Аряша? Про зимушку расскажешь? Давай, бери микрофончик свой, давай, берем микрофон и будем рассказывать дедушке и зайчику, и снегирю нашу песенку. Микрофончик вот этот. Мой микрофон. Хорошо. Давай, давай, поем. Хорошо. Вот, давай, только хорошо пой. Вот сидит пушистый кот, гости зимушку зовет. Мяу, мяу, мыль, мыль, гости зимушку зовет. Я дам мышке тут коту, гости зимушку зовут. Пи, 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 пи. Гости зимушку зовет. А говори же, что случилось? За окном. За окном елка. Ну что у тебя? Пойдем поглядим. Пойдем поглядим, Аряш. Давай посмотрим. А в лесу даже забыли. Это же самое главное. Тихо, тихо. Сейчас разберемся. Ну, что там у нас происходит? Вот и происходит, Аряша. Ну, конечно. Все правильно. Зажечь елку без наших гостей мы и не сможем. Дядя, без вашей помощи не обойтись. А, без нашей помощи не обойтись? Ну, хорошо. Мы, конечно, вам поможем. Ариана, поможем? Да, ну-ка рассказывайте, что делать. Пластилинчиком его заполнили. Да, давай. Мама. Пластилинчик разминаем с пластилинчиком. Ой, какая ты молодец. Молодец, да, и червячка слепили, и снегиря пригласили, и зернышек сейчас мы ему дадим. Так. Вот, на белый крепи зеленый пластилинчик. Смотри, у тебя червячок. Ты отщипнул, прилепил, отщипнул, прилепил, отщипнул, прилепил. Только клеим на белое. Смотри, зеленая с одной стороны есть, а с другой нет. Елка, что у нас зеленая? Максюня, галочки, как есть? Разминаем, давай.
Полезно. Дед Мороз, подарки. Хорошо, давай. Он большой, еще не умеет. Давай, давай. Маленький. Давай, заполняй остальное, давай. Да. Давай. Вот тут вот делай еще. Ага. Так, какого он у тебя цвета, Ася? Какой цвет у пластилинчика? Зеленый. Зеленый? Зеленый, как елочка? Конечно, давай так. Пластилинчик разминаем, с пластилинчиком играем, пальчиками мнем, мнем, мнем. Пип. Давай. Щип. Пип. Щип. Пип. Хорошо. Пип. Умничка. Как у тебя все получается. Здорово. Ась, а теперь пальчиками тянем. Вот так тянем пальчиками пластилин. Давай. Нет, закрывай елочкой. Елочкой закрывай. Вот так. Вот, закрывай, закрывай. На самом деле, умничка, умничка, умничка. Давай, давай, кусочек. Вот, молодец. Очень еще красиво. Нет, очень. А типа игрушки. Какой цвет? Какой? А красненький возьмешь? Асенька, возьми, пожалуйста, красный. Пускай, пускай. Отлично. Очень красиво. Очень-очень. Ты не закроешь несколько, ты посей елочек. Елочка большая. Умничка. Внучата, поможете нам? Давайте вместе поднимем ладошки. Поднимаем ладошки, Аряша. Раз, раз, два, три. Елочка, гори! Ух ты, какое волшебство! Горят. Да. Красиво. И звезда зажглась. Смотри. Так красиво наша елка. Так блестят на ней иголки. Спасибо, внучата. Мои дорогие. Вот теперь все в порядке. Да, только да. Дружно взявшись за дело. Дружно взявшись за дело? Любой вопрос решить можно смело. Зимние забавы. Давай посмотрим, вспомним, какие же зимние забавы. Давай вспоминать, что мы делали, Аряша. Снежки играли. Зимой можно снежки играть. И снеговика лепили снеговика. И Китай. Опа! И вперед. Чтобы резвиться от души, не нужны игрушки. Но зато нам пригодятся санки и ватрушки. Санки, Аряша, у тебя дома саночка. А давай мы с тобой сейчас покатаемся на саночках. Мама Марина, покатай нас на саночках. Идем кататься. Держи. Давай. Держи, Таня, за бока. Да? Поехали! 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 Вот какая зимняя забава! Этой забаве мы очень рады! А теперь, Лена, давай покрутим, как карусель, вот так. В одну сторону покружимся, покружимся, покружимся! Отлично! А теперь в другую сторону мы кружимся, кружимся, кружимся. И упадем, просто рассмеемся. Если даже упадем, просто посмеемся. Ох, и от снега отряхнемся. Да, веселый. Вам понравились такие забавы? Конечно, мы очень любим все зимние игры. Зимой одеваться теплее. Тапка на ушках, шарфик на шее и рукавички вас обогреют.
Ну, поверьте. Послушайте мой совет. Будьте здоровыми целых 100 лет. А я за этим прослежу. И мы теперь ваши друзья. А друзьям принято желать самого лучшего. Да. Правда? Давай. Я желаю вам чудесных чудес. Чудесных чудес. Волшебного волшебства. Волшебного и волшебства. Много ярких приключений. Приключений. Ура! Новым годом, годом вам! А на прощание послушайте и мое пожелание. Давай послушай, Маряша. В эту волшебную зимнюю пору желаю здоровья целую гору. Веселье мешок, смеха корзинку, чтоб лишь от счастья бывали слезинки. Воз послушанья, у мишка охапку и аппетита полную катку. А взамен пообещайте мне быть добрыми и послушными. Обещаете? Орёша, ты обещаешь быть доброй и маму слушаться с бабушкой? Обещаешь? Да. Да. Ну что же, до встречи в следующем году. До встречи! До встречи, Дедушка Мороз!